И здравствуйте, с вами Алёша. И я первый раз показываю свое лицо. Да. И я буду обозревать такую штуку. Marvin said, Хайм Грейс, Драйвинг Баунд. Вот. Есть вот такие штуки. Вот. Такие картинки. Я буду показывать для всех, которые купили такую штуку. Буду показывать, как ей рисовать. Ну, начнем. Ну вот, вот так выглядит. Тут есть такой, вот такой совок для рисования, но это попозже. Такой листок, тут от 4+, но я не думаю, что это от 4+, для всех. Вот корабль, там все круто. Откладываем. И вот наша доска для рисования. Вот тоже. Тоже тут все написано. Можно вот это все это. Вот. Ну, самое главное, что надо, когда вы откроете, вы заметите такие бугорки. Надо их в самые края. Это и будет хорошо это. Рисоваться. Вот. Вот. А потом уже сильнее надавливаем. Вот. И получается. Рисунок. Но тут надо очень сильно, да, блин, не получилось. Раз, два, три. Раз, два. Ну, вот так. Теперь в... Вот так получилось. Я только вчера купил эту штуку. Вот. И можно тоже пальцами рисовать. Просто надавливаешь, и вот. Получается. А стирается просто. Ура! Вот так. Все легко. Что-то не стирается. Ну тут тоже у меня. Пока не поношено. Вот. Ну, я скоро. А вот что я еще понял. Вот тут по краям вот эти бугорки, и именно они заставляют стираться эти рисунки. Ну, давайте человечков нарисуем. Вот. И рисуется это. Раз, два, три, четыре.
Вот. Ну тут надо сильно надавливать, а то. Так, теперь. Вот. Вот так получилось у нас. А, и тоже вот, стер я уже. Ну, я еще забыл, что. Вот, показать. Вот что. Вот где я и буду. Я так и снимаю. Вот. Вот такое место. Тут компьютер, ноутбук, все такое. Шкафчик, там еще шкафчик, еще игрушки мои. Ну, это я ими не играю. Вот, ну, вот так. Это моя комната для штуки. Так, теперь дальше. Рисуем. Вот, теперь будем что? О, рыбку, да, рыбку рисуем. Так. Вот так получилось. Вот такая у нас рыбка получилась. Вот так все это рисуется легко. Только надо очень сильно нажимать. И еще я вот вам даже покажу, как стирается. Очень легко. Вот эти комки берем с собой и просто на этот рисунок. Так. Теперь вот так. Убираем эти комки посередине, чтобы хороший рисунок был. И что там еще у нас? Это у нас. Сейчас вспомню. Да, пейзаж. Вот так получилось. Я вообще только впервые. О! Вот.
Вот. Красиво. Это слово. Вот. Очень красиво получилось. Вот. Ну, так, ну, и на этом мы закончим. Можно вот такие картины рисовать. Довольно красиво. Тут можно такие лица делать, рыбок, вот такие штуки. Можно взять бумагу там обвести и просто по этому контуру сделать. Так будет легче нарисовать. Там, например, котика. Вот этого котика. Вот тоже тут говорится. Корабль. Вот это, которое я сделал тут. Инопланетянина. Вот это. Все это можно сделать. Все красиво, и до свидания. Ставьте лайки, что я показала свое лицо. Да. И подписывайтесь на мой канал. Это обязательно. Я, кстати, вижу, вот, я там. Через... Ну, там, в зеркало я себя там вижу. Ну, и комментируйте. Про эту штуку. Покупайте, хорошая штука. В детском мире покупали. Хорошая. Я очень долго готовился к этому видео. И ставьте лайки. И на этом пока.